Вот готовимся к завтрашней встрече. Убираем, подметаем. Потому что завтра братья приезжают. Один из них основатель нашего тюремного братства. Брат Николай. Сейчас, правда, в данное время он живет в Америке. Но приехал, нашел, как и время для нас, средства. Поэтому мы ожидаем завтра встречу. Братья будут приглашены. Отдельно я вам расскажу об этом потом. Ожидаем, Господи, от Тебя. Приготовили свои сердца на завтрашний день. Ожидаем Твоего слова, Твоего помазания, Господи. Шутки кончились, друзья. Завтра мы узнаем предназначение наше. Поэтому, даже если мы ходим вот так, если Бог нас призвал, оправдал, Он все-таки желает нас снова вернуть. Но мы можем вернуться только опять, через покаяние. Мне не нужно рождаться сны. Мы уже дети Божьи. Мы рождаемся в Царство Божие один раз. А приходим ко Христу, к Его жертве, к крови, тысячу раз. Сам Иисус сказал, сколько же ты прощать, Петр говорит, против грехов, которые согрешил братьев. До семи лишь раз, он говорит, до семижды семидесяти. Если мы должны прощать, и Бог нас прощает, когда мы приходим к Нему с кровью Агнца. Поэтому все говорить. Инстаграмов, а инстаграмов, современная индустрия, ладно, проповеди. Да, спасибо вот тебе, брат спасибо, Николай спасибо тебе, дорогой, что которого меня, мы говорили, да, наговорил кучу, да, и до сих пор апостол, еще, и еще продолжает говорить. Да хранит нас Бог от многословия, иначе не миновать греха. Аминь. Вникай в себя и в учение, так себя спасешь. Слушающих тебя. Вот братуха Чингиз. Всем покажу в лагере, если получится. Сейчас вот Бог дает в лагерь заходить. Блогеры. Блогеры и в лагере. Блогеры в лагере. Слава Богу. Аминь. Наш тоже брат. Вот мы созданы по образу и подобию Его. По образу мы и есть, а подобие мы переходим в подобие как Сына Его, Иисуса Христа. Вот сестра Анжела, мы уже с ней 20 лет знакомы, и поверь, и так. Раз. Пусть Бог вас всех благословит, кто смотрит это видео. Иисус живой, Бог живой. Он возлюбил каждого из нас своей крепкой любовью. Он держит нас в своей сильной руке. И Он сказал, никогда нас не оставит и не покинет. Ищите прежде Царствие Божие, правды Его. Бог все остальное в вашей жизни приложит. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Спасибо, Анжела.